искать виновников природных пожаров станет проще. В лесах Свердловской области разместят почти 1500 фотоловушек, вдобавок к уже установленным. Благодаря таким устройствам нарушители правил пожарной безопасности теперь будут знать в лицо. На приобретение комплексов автоматической фото и видеофиксации губернатор Евгений Куйвашев направил почти 7 миллионов рублей. Ловушки установят в местах, где наиболее вероятны возгорания лесов, на окраинах населенных пунктов, в местах отдыха, охоты и рыбалки. Еще 235 тысяч рублей власти региона направят на то, чтобы подключить фотоловушки к сетям связи. Ее обеспечат специалисты Министерства цифрового развития Свердловской области. По словам экспертов, комплексы фото и видеофиксации оснащены датчиками движения и способны выдерживать любые температуры.